Перед вами многолетнее комнатное растение стевия и однолетнее для дачи. Наблюдая за данным растением, что мы увидели? Во-первых, в прошлом году выращивали мы ее семенами, рассадным способом. Семена очень мелкие. Выращивали в торфяных таблетках, посев поверхностный. Семена не заглубляли. В принципе, рассада получилась неплохо. В течение всего лета мы листья использовали как заменитель сахара. Это сладкая трава. Она широко используется как в медицине, так и для людей, страдающих сахарным диабетом. Осенью емкость занесли домой, и до декабря месяца мы также пользовались листьями. В один прекрасный момент растение стало засыхать и вроде бы погибло. Мы удалили все сухие стебли, листья, подумали, что растение все прекратило свое существование. Горшки так и стояли в комнатных условиях, иногда я их поливала. К моему удивлению, в конце мая стали появляться листья. Смотрите, это в одном горшке, сейчас я покажу в другом горшке. То есть растение ожило. С корней пошли новые побеги. Это уже другая емкость с данным растением. С корня пошли новые стебли. Так что, друзья, выращивайте данную садовую культуру. Заваривайте чай. Ешьте свежие листья. Попробуем в этом году молодые побеги укоренить. Осенью у нас этого не получилось. Экспериментируйте, наблюдайте. Делайте выводы, все в ваших руках. Еще раз сделала для себя вывод, что надо познавать растения, наблюдать за ними. Удачи вам и творческой работы на садовом участке.